Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. У нас ник команда Минутка. Почему рейтинг 1612? Ну, потому что я указал такой по регистрации и не подумал о том моменте, что его же напишут. Ну, почему бы и нет, с другой стороны. Наша цель — подержаться как можно дольше. Да, ну, дорогие дамы и господа, у нас очередной подъем на вершину до первого поражения. Веселые минутки. Ну, поехали. Поехали. Так, ролики у нас будут идти ровно по сколько? По сколько? 8 минут. Нет, 8 минут — это 4 партии, да? Хотя бы 10 минут, 5 партий. 8 минут — это не 4 партии. Ну, в среднем. Это будет больше. Почему? Будет как раз 5 партий. Нет, но мы же будем ставить паузу. Ну, посмотрим. Ладно, я думаю, мы решим. Комментируй пока происходящее. Да, ну ничего происходящего не происходит. Происходящего не происходит? Да. Хорошо сказал. Так, ну вот наш белопольник уже могуч и велик. И где-то скоро может в каких-то вариантах конь на f3 отвалиться. Ну вот, нам зевают на g2, нам зевают на g2. Да не зевают, там защищают конь с e1. А-а-а. Он не так плохо играет такого рейтинга. Так, ну, наверное, отлично. Нужно ферзь. Ферзем, наверное, лучше бить. В смысле? Ну и на взятие. Как, кого взять? Так, вот сейчас уже, наверное, будет где-то подграживать, выбить на... Нет, стоп, на c3 мы не можем выбивать, потому что на молодец c3. Не, на самом деле он отлично играет пока, учитывая его рейтинг. Тебе не кажется? Да, хорошо. Так, вот теперь ладья c3 уже подграживает. Ой, да, он какой на c3. Он может пойти e7, он успеет. Ну, просто ладья 8 играет. Все равно слон очень сильный, конечно. Все уже нацеливают там в районе поля g2. Угу. Как выиграть? Пешку съесть. Для начала. Там как пойдет, флаг снести. Ну да, уже не будет ходов. Будет. Так, ну можно повторить, наверное, да, просто? Это не совсем повторение. Пешку-то опасно выбили. Да, ну тут, конечно же, можно делать любой ход. Ферзь h2 достойно завершает партию. Да, не будем издеваться, сделаем нормальный ход. И выиграем. Ну вот партия 2 минуты шла. Ну, кстати, он играл отлично. Да. Первый раз вижу 1600, наконец, так хорошо играл в пулю. Например, с тем же Вовой, частенько бывает попроще именно в пульку. Поехали? Да, конечно. Почему планета отняла у меня 7 секунд? На будущих стадиях это может неблагоприятно сказаться. Не, 7 секунд — это очень много. Ну, для пули это прилично. Так, ну тупейший дебют был разыгран. Коня пустили на d6. Какой-то у тебя унылый комментарий сегодня, соберись. Нет, ну, ты же это... должен быть... А, ну вот, и как вот это комментировать по-другому? Не знаю, скажи, что мы ждем следующей партии. Мы ждем следующей партии. Все, я сказал. Молодец. Ферзь b7, так, красиво так. Такая, ты знаешь, клеточка заманчивая была. Прям хотелось туда. Слушай, ты как-то чересчур буквально меня понял. Эти события не обязательно столь эмоционально. Как это? Как это? Ну и, собственно, партия заканчивается. Подумаю, что это лишний ферзь. Ну, я, конечно, сомневаюсь в твоих способностях, но не до такой степени. Две лишние ладьи. Видишь, был ферзь, а теперь ферзя нет. А, я же даже могу эту штуку щелкать, это же здорово. Слушай, ну сейчас повеселее пойдет. Думаешь? Да, это у нас партия номер 3. Мы подняли 50 пунктов. Я вон вижу сюдарению Александра. Мы сегодня дойдем до него в минуту. Это вряд ли. Так. Ну вот. Ну нет, что ж ты. Слушай, ты меня сейчас напугал просто. Я аж дернулся. Где мат-то? Мат будет ставить сегодня? Мат, видишь, как слона поставил. Он замечательно. Ну и все, Е5. Ой, Е4, Е4, конечно, Е4. Все, у нас со слоны просто. Космос. Ты бы отдал, продал бы родину за таких слонов? Нет. Почему?
Я патриот. Да, и в Женеве сейчас. Женевский патриот. Ладно, продал бы вторую родину за таких слонов. Второй у меня нет. Хорошо, так, если бы у тебя была вторая родина, ты продал бы? Тогда продал бы. Замечательно. Не, ну согласен, потому что слоны просто бомба. В чем была идея? Отдать все под слонов. Кашина. Вот теперь оба слона под боем. Это не есть хорошо. Понимаешь, представляешь, ели слона. Ужас. Ужас. Да, ну тут уже избиение, тут всем все понятно. Мат следующим ходом. Мат следующим ходом. Ты специально его не даешь, да? Мат следующим ходом. Где мат? Ладно. Так, сколько у меня еще будет скидываться еще? Господи, как долго. Сколько вы акции сыграли? Три, правильно? Да. А минут сколько прошло? Так, а что ты кинул три в трёшку? Спасибо. Так, это, ну, 6 минут прошло, 3 партии. Я же тебе говорил, 10 минут, 5 партий. Так, отлично, мы опять играем черными. Надо уже заблокировать этого соперника, он скучен. Да невероятно. Главное, что мы выигрываем. Это же чисто спортивное. Ну давай за Вову тогда, сейчас Вове наберем. Из спортивного интереса. Нет, Вова как-то мы недавно играли, и он... сначала все шло хорошо, но потом он стал выигрывать. Ну пора на g3 жертвовать. Ферзь d7, ой, ферзь d7 и слон g3. Кстати, позиция совершенно без перевеса, теперь уже с перевесом, конечно. Господи, почему ты не хочешь пойти ферзь d7? Вот теперь веди его обратно, вот таким путем. Нет, блокада. Угу. Чего их снесут? Да, есть шанс. Знаешь, вот подозрительно вот так вот. Вот здесь вся вот эта движуха. Абсолютно не подозрительно. Намертво все перекрыто. А вот представь, как было бы симпатично, ты пошел, он пошел под b4. Смотри, как я еще буду в этой абсолютно ничейной позиции эпично рубить флаг. Готов? Да, давай. Погнали. Представляешь, ты не можешь выиграть в пулю 1570. Да, это печально. А чей король быстрее? Куда? Куда-нибудь хотя бы. Нет, ничего, понимаешь? Так, ну ничья это не поражение, напоминаю вам, дорогие друзья. О, смотри, смотри, шанс появился. Какой? Цугцванг. О. Пожертвовали пешку, замечательно. Вернули. Нет, смотри, это победка. Это победка. Титаническими усилиями. 1570 был обыгран. Еще не все, кстати. Ну ладно, все. Ну ты неплох. Знаю. Тут сланг говорит. Минута. Да, я там что-то говорю про то, что мы будем долго играть. Не боюсь, что первый же 1500 остановит. Ладно, последнюю партию с ним. Да, согласен. И последняя партия в этом ролике. Так, ну конь не хочет. Да с ним веселые партии такие, интересные. Да, особенно предыдущего. Зевнул. Качку, качку. Лишний ладья, ой, e6. Как больно, ой. Это, конечно, ужас какой-то. Как он здесь мог попасться? Ну, ты видишь, он как-то камбэк играет, по-моему. Чувствуешь? Куда конь пришел? И зачем? Может, она же 6 сброшу. Зачем? Ладно, сразу сдвоюсь по Е. Тяжело пробиться. Вот видишь, он тоже хотел сдвоиться по Е, но обнаружил. Нечего сдваивать. Да.
Он сейчас возьмет. Нет. Ну все, меняйся множественно. Конь на 6 оказался не удел. Замечательно. Лишняя ладья. Поздравляю вас. Слушай, я думал, что она, кстати, потерялась в какой-то момент. Да, ну и 30 секунд лишнего времени сказывается. Зачем ты короля туда идешь? Так, ну, 10 минут ролик. Всем спасибо за внимание. Пора ставить формулу.